Право на дополнительную выплату имеют те пенсионеры, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет и по сей день продолжают проживать в деревне. При этом они должны быть официально нетрудоустроены. Отметим, обратиться за выплатой в Березняковский пенсионный фонд могут жители Александровского и Усольского районов. Важно отметить, что если такая категория еще лиц к нам не обращалась, при обращении к нам до 31 декабря этого года мы перерасчет произведем с 1 января 2019 года. Если какие-то дополнительные документы есть у граждан на руках, пожалуйста, можно есть право принести их до 31 декабря этого года. Например, если пенсионер обратится в отделение ПФР в начале сентября, ему выплатят надбавки, которые он не получил с начала года, то есть больше 10 500 рублей. С этого же месяца пенсионер будет получать не 5 300, а 6 600 рублей.